Если взять маленькую историю, то в 2017 году была реконструкция. Так как опоры падали, был проведен ремонт. И поменяли 21 опору. Не всю в целом, а просто ее отремонтировали. Их ремонтировали. Также нами в конце 2018 года были отремонтированы две опоры. Это у Ленинского суда, где площадь Суворова. Там поставили две опоры. Мы там применили новые, ну, можно сказать, предложение. Мы сняли две опоры, которые упали, привезли на базу, их почистили, отпескоструили, покрасили и сделали фланцевые соединения. Две опоры поставили. Сегодняшний день никаких изменений по опорам нету, они работают. Так что да. Мы также планируем существующие опоры, которые привезут с Большой Морской, их отреставрировать, сделать аварийный запас. Думаем, это опор 15 будет сделано. И с такой же технологией поставить их на Малаховом кургане на площади и на Владимирском соборе, тоже на Горке. Все опоры, которые были аварийные, с большим отклонением, или сбитые где-то, подбитые в рамках дорожного происшествия, они у нас были посчитаны в рамках инвентаризации. Часть опор аварийных, которые критически были заменены, на сегодняшний день также планово текущим содержанием меняем опоры. Руководители города как бы по рекомендации в рамках Дня Победы будут заменены освещение по проспекту в количестве на где-то больше 180 светильников новых будет стоять. Также поменяется сеть, но опоры останутся те же. Также к Дню Победы обновим аллею городов-героев. Там будет у нас установлено освещение. Заново поменяем в теплых цветах. Также будет установлено.